стать законными супругами и расписаться в торжественной обстановке снова можно в Иркутской области. Правда, без присутствия гостей в зале разрешается находиться только жениху и невесте, а также оператору и фотографу. Все они должны быть в масках и в перчатках. И желающие расписаться в таких условиях есть, ведь некоторые из-за пандемии коронавируса несколько раз переносили дату бракосочетания. Так случилось с теперь уже семьей Литвиненко из Ангарска. Тем же парам, которые хотят отметить свадьбу с размахом, придется подождать третьего этапа выхода из режима самоизоляции в Иркутской области. Хотя сегодняшние условия – это уже роскошь по сравнению с тем, как оформляли отношения с конца марта по 31 мая. Ни о каком музыкальном сопровождении фото и видео не могло идти и речи. Поэтому больше 50% пар решили перенести свадьбу. Да и в июне желающих оформить отношения не прибавилось. Всего с января по май в регионе расписались 3949 пар. В прошлом году за это время было на четверть регистраций больше.